Как здесь кирпичишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в первое видео на моем канале, где я сегодня буду проводить анбоксинги, сборку легушки. Я решил то, что все же это прикольная рубрика, мы с вами прямо на видео будем собирать всяких различных персонажей. Как видите, я здесь уже собрал Гарри Поттер, там на заднем фоне у меня Тана, Железный Человек, Букля. Мне кажется, сбор Лего немножко опять откладывается. Пожалуйста, отстань от меня. Отстань от меня, пожалуйста. Не звони мне больше никогда, пожалуйста. Отстань! Соскучился? Я не соскучился, я хотел Лего пособирать. Ну отстань от меня, пожалуйста, хоть сегодня. Давай на каком-то мероприятии, фестивале, но не посередине же ночи, какие сфоткаться. Не буду я с тобой сфоткаться. Ты будешь играть по моим правилам, или я тебя убью, все просто. Не убьешь ты меня. Ты девочка. Ты ошибаешься. Ты очень плохо меня знаешь. И что ты сделаешь? У тебя какая плитка? Так какая у меня плитка? Да, какая у тебя плитка? Какая у меня плитка? Где? Тебе будет удобно на меня лежать? На включенной плитке. Не надо включать, пожалуйста, мою плитку, и чтобы я на ней лежал. Чё? Готов к следующему уровню. Давай, может, не надо, но я тебя прошу, ну, пожалуйста, дай мне лего пособирать. Какой следующий уровень? Ах, ладно, давай. Только последний раз, пожалуйста. Какой уровень? Слушай подсказку. Слушаю. Там, где выстрелы звучат, и каждый мерится своим скиллом, высоко-высоко, где пролетают птицы, тебя ожидает нечто важное. Успей это забрать. Все, пока. Чё, подожди. Охренеть с этими загадками, ребята, я сегодня лего хотел пособирать. Лего немножко откладывается, потому что меня опять грозят убить сегодня. Ладно, если хочешь, чтобы я собирал лего, поставь лайкусик, пожалуйста, прямо сейчас. И поставь, пожалуйста, лайк, чтобы меня не убили. Ну что это за дичь-то такая, почему я? Я просто хотел лего пособирать, у меня тут киборг есть, у меня тут Дарт Вейдер есть, у меня тут штурмовик есть, вот, я уже Гарри Поттера собрал. Ребят, поставьте, пожалуйста, лайк. Вот если поставите лайк, я обещаю то, что я выпущу следующую серию. Или где-то девочки сумасшедшие, или лего будем собирать. И, пожалуйста, поставь лайк, чтобы меня не убили. Пожалуйста. Что мне сейчас делать? Отгадайте эту сраную загадку. Ладно, давайте я сначала в Майнкрафт зайду. Нужно найти карту. Карта должна содержаться в подсказке. Она сказала, там, где звучат выстрелы, и каждый меряется своим скиллом. На высоте птичьего чего-то там полета, где-то высоко-высоко ты найдешь какой-то секрет опять, какую-то подсказку. И мне очень интересно, к чему ведет эта подсказка? К чему она ведет? То есть, что будет в конце? Это уже третья серия, и третью серию я что-то там доразгадываю. Мне интересно, что же будет. И какая сейчас карта, что самое главное? Ну, она сказала, там, где звучат выстрелы. А мне кажется, выстрелы звучат только на трех картах. Это у нас жизнь ютубера, где я отстреливаюсь от бандитов. Это у нас детектив Эдуардо Перетьяно. И это снайперы. Больше карт, где звучат выстрелы. А подождите, а ключевое это там, где каждый меряется своим скиллом. В жизни ютубера никто не меряется скиллом. В детективах или... Да, в детективе тоже никто не меряется скиллом. Снайперы! Там, где скилл ты свой показываешь, как ты умеешь стрелять и как ты умеешь других людей убивать. Да, сейчас давайте зайдем на снайперов. Так, окей, первую подсказку мы с вами разгадали. Там, где каждый меряется своим скиллом, там, где звучат выстрелы. Подожди, о, да, у меня еще снайперка до сих пор. Все нормально, хорошо. Только дальше, что дальше? Она сказала, высоко-высоко
Что там на высоте птичьего полета, что-то там, да-та-та там. Вот здесь я вообще ничего не понял. В смысле высоко-высоко, если вся карта снайперов построена на небоскребе? Все, что здесь есть, все построено на небоскребе. Оу, что ты так лагаешь? Давайте снимем прицел. Все, что здесь есть, все построено на небоскребе. Понятно, что высоко-высоко, или мне нужно вот туда забраться? Хоть мне кажется, высота птичьего полета, она, в принципе, вот здесь, мне кажется, тут тоже могут летать птицы. Так, сраный. Где... Опа! Нифига себе! Хедшотик. Чё-то я соскучился по снайперам на самом деле. Вот прям очень. Ай! Вот прям очень соскучился. Так, окей, хорошо. На высоте птичьего... Я что-то радуюсь, разрадовался так. На высоте птичьего полета. Высоко-высоко. Я могу лечь? Я могу сесть. Случайно стекло разбил. Ну просто понимаете, стреляться мне больше не с кем. С кем мне стреляться? Разве что сам с собой. И сейчас мне по лошадкам нужно стрелять, и нужно стрелять по слаймам, которые тут где-то ползают. Все, больше я ни с кем не могу стреляться, к сожалению, в данный момент. Поэтому снайперов и нет. Высоко-высоко на высоте птичьего полета скрывается какая-то хрень. Мне сказала эта проклятая девушка, девочка, девчонка. Сволочь! Я не знаю, как ее еще назвать, потому что она мне уже угрожает третью серию. Высоко-высоко, окей, так, окей, хорошо. Логика, включаем логику. Мне нужно найти самую высокую точку этой карты. Там что-то у нас скрывается. Где самая высокая точка этой карты? Возможно, нет, подождите. Я знаю, то, что тут есть только три самые высокие точки. Вот она, вот здесь, на кране, и вот здесь, и вот здесь. Но здесь мы уже были, здесь ничего нет. Давайте побежим туда. Мне на самом деле интересно, что там может быть. И почему она каждую серию делает так, вот такие загадки, то что каждую... О, чуть не упал! То что каждую серию на каких-то разных картах скрываются другие загадки. Здесь я ничего не видел, хотя вот тут на самом верху еще не был. Но здесь вроде ничего нет. Да, она, конечно, могла сделать где-то вот там высоко-высоко-высоко, но туда я точно никак не смогу забраться, поэтому, мне кажется, это просто бред. На кране. Хорошо, это еще одна самая высокая точка, вот она. Вот здесь на кране. Ну где еще может быть? Или вот там сверху, больше у меня... А, кстати, я же могу просто прям на весь кран сюда, на самый верх залезть. Самая высокая точка, но тут точно ничего нет. Слушайте, я ничего, ребят, не понимаю, что происходит. Ладно, давайте мы допрыгнем туда. Хорошо, дальше. Самая высокая точка еще может быть вот здесь. Я играл уже. На моем канале снайперы существуют уже примерно полтора года. Да, сейчас они не выходят, ну, по своим причинам. Возможно, когда-нибудь будет второй сезон, но не сейчас. Самая высокая точка еще вот здесь. Ребят, я не знаю, что здесь может быть. И где здесь что-то может быть. Я больше не... Овечка! Да ровеньки булы, нельзя так гонять на улице без хозяина! Любой Эдисон тебе в сраку может выстрелить, а ты даже это подозревать не будешь. Ребят. Вы это видите? Сундук. Его здесь раньше не было. Когда я записывал снайперов, этого сундука здесь не было. Так, подождите. Чё здесь? Записка. Мне кажется, я нашел, что она просила. Записка. Посмотри в сундуке. У тебя связь с приемником вообще ловит? Так я только что в сундуке нашел эту самую записку. Как я могу посмотреть в сундуке еще что-либо, если я в этом сундуке нашел эту самую записку? Девочка, тю-тю, ты бы хотя бы сначала в школе доучилась, или хотя бы в детский сад бы сначала пошла, а потом мне какие-то записки, загадки бы оставляла. У тебя вообще котелок, походу, не варит, 0 градусов. Если... Я только что нашел в сундуке записку.
На этой записке написано «Посмотри в сундуке». Я что-то ничего вообще не понимаю. Пожалуйста, скажи, что ты меня просто троллишь. Что этой девушки вообще не существует. Она не будет меня убивать, не будет меня на плитку ставить, где все конфорки будут включены. Ответь, пожалуйста, возьми эту сраную трубку, ну, пожалуйста. Алло. Алло. А в каком сундуке посмотреть? Я только что как бы в сундуке этот заглядывал. Ничего тут... Ты что, тупой? Это ты тупая, походу. Тут ничего в этом сундуке... Ты тупой. Да какой тупой? Подожди, смотри. Я зашел в сундук, да? В сундуке я забрал записку. На записке написано «Посмотри в сундук». Так как я могу посмотреть в сундук, если я только что оттуда забрал записку? Чё ты несёшь? Потому что ты тупенький. Ну так объясни, я ничего не понимаю, что ты от меня хочешь. Сзади тебя. Что сзади меня? Сзади тебя. Слушай, что сзади меня? Я сейчас приду и зарежу тебя. Не надо меня резать, пожалуйста, что сзади меня? Можешь нормально объяснить? Ну, или хочешь в духовку засунуть тебя? Не надо меня ни в какую духовку засовывать, не надо меня вообще резать! Что сзади меня? Хорошо, подождите. На записке написано, посмотри в сундуке, что сзади меня? Что? Что сзади меня? Что? Скажите, что это не про... Ну это не может быть, потому что ко мне домой никто не заходил. Как она... Нет! 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 Это неправда! Нет! В смысле?